В одной из московских квартир компания «Ледрус» меняла перегоревшую светодиодную ленту на новую. Как говорят хозяева, прошлая подсветка спустя 4 года работы начала давать сбои. Так как здесь лента уже была, то установка оборудования и монтаж заняли немного времени. Мы заменили старую подсветку и блок питания на новый. Все заработало, и кухня вновь ярко освещена. То же самое было сделано в коридоре. Только здесь, по желанию клиента, была использована одна из слабых лент – 30 светодиодов на метр. Лента не работает как основное освещение, а только выполняет роль интерьерной подсветки потолочной ниши. Работы проведены в полном объеме, качеством выполненных работ довольны. Как просили, все так и получилось. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А цену монтажа вы сможете узнать, перейдя по ссылке в описании.